Та же установка. Источник питания, генератор 3-сантиметровых радиоволн, излучающая антенна в виде рупора ради создания достаточно узкой диаграммы направленности излучаемой волны. Отражающая поверхность, граница раздела воздух, органическое стекло. Это тот случай, когда происходит отражение от границы раздела со средой оптически более плотной. При этом эффекта полного внутреннего отражения просто нет. Наблюдается простое отражение. Угол падения должен быть равен углу отражения. Но сейчас на экране мы видим, что нет сигнала приемника, что объясняется чрезвычайно просто. Не соблюден закон отражения. Угол падения не равен углу отражения. Но давайте добьемся выполнения этого закона. Для этого я просто поверну эту призму, а вместе с ней отражающую поверхность. Поворачиваю. Ну вот теперь отраженная волна попадает в приемник. Мы видим сигнал на экране осциллографа.